В Германии дорожная полиция остановила транспортный конвой с американскими гаубицами. Он следовал из Польши и должен был доставить в пункт назначения по заказу армии США 6 гаубиц М109. Но в ходе проверки инспекторами были выявлены многочисленные нарушения. В частности, у компании-перевозчика не оказалось ряда документов, которые нужны для транспортировки. Кроме того, не соблюдались нормы перевозки грузов такого типа, а водители полуприцепов, где, собственно, и были гаубицы, даже не соблюдали режим сна и бодрствования. Конвой тут же отправили на спецстоянку. Экспедиторской компании и водителям теперь придется выплачивать штрафы.